Всем привет! Вчера сходила на Тор Рагнарёк. Очень понравилось. Я считаю, что из всех трех частей Тора это самая динамичная, самая интересная часть. Конечно, там много чего можно было бы подредактировать, чего мне лично самой не понравилось. Например, то, что Тор лишился глаза. Ладно, там планета взорвалась. Но Тор, бедный, без глаза. А еще меня убивает в этом фильме то, что там везде кислород. Вот куда ни посмотри, везде кислород. В космосе кислород, на всех планетах кислород. Думаю, этот фильм особенно понравится тем, кто любит вселенную Марвел. А если вы ни разу не смотрели, то лучше пересмотрите две предыдущие части. Также можете пару других фильмов от Марвел посмотреть, чтобы понимать, что к чему там. И приятного просмотра вам!